Теперь поднялись еще раз. Меняем перемещение от головы. Выдох. Ушки. Выгибаем шею. Грудной отдел. Копчик тянем к колбу. Вдох от головы. Таз, выдох. Таз, вдох. Хорошо. Теперь мы готовы в некотором роде к тому, чтобы попытаться выйти в фигуру, приближенную к скорпиону. То есть либо вы ставите ладошки на пол и опускаете подбородок, расслабляетесь, раскрыли грудь. И дальше, смотрите, ваша задача подвести локти под ребра. И хотя бы так постоять непродолжительное время, отслеживая за тем, чтобы не было напряжения в шее. Чтобы, если вы чувствуете, что вот эта вот нагрузка, растягивающаяся по передней стороне, вызывает жесткий напряг в шее, ну, долго не стоите. И дальше вы уже не двигаетесь. Если вы можете как бы вывеситься и спокойно вот встали, было приятно, тогда уже дальше вы пробуете то, что я покажу. Давайте мы сначала это попробуем постоять. Ребра, под ребра туда. Ручки раз. И постояли нога вверх. Смотрите, да, и мы не упираемся челюстью как плугом, а ставим как подковку. Ну, где вопросного постойка, грудную клетку надо раскрывать больше. Просто пытайся опереться на одну ногу, во вторую поднять. Мы руками, соответственно, потрем на туда. Классно, Леня. Маленькую не надо раскрывать. Вот тут. Шея нормальная? Нормально. Хорошо. Ну, теперь пробуем. Если кто-то уверен в себе, значит пробуем сделать следующее. Вылегли. Подставили. Уже отсюда. Нога левая посередине, допустим, правая левая. Растеклись, расслабляясь. Можете скомпенсировать. И затем пол.
Хорошо, стоим спокойно. И ноги. Да. А ноги когда будешь вести? Не-не-не-не-не. Не бросай ногу. Одну ногу вот. Когда ты начинаешь, то есть остановись и подумай, как бы, какая нога у тебя будет опускаться. Если у тебя будет, то у тебя левая нога пошла, значит правую нужно максимально пяткой подтянуть к голове. То есть у тебя получилось как? Опять все. Ну вот. Ты подумала? Сейчас покажу. Смотри. Ну я буду опускать. То есть я сейчас поднял правую, да, первую. Сейчас подниму левую. Левая уходит, да, вверх? Смотри. То есть оно должно быть четкое в голове, оно потом на автомате будет работать. Так как вы идете, да, вот как человек идет. Он идет, а правая нога идет вперед, значит, против, тогда правая рука уходит назад. Ясно, да? Шаг. Там устойчиво. Тогда не будет падать. Ну попробуй теперь. Попытайтесь. Минимально, да? Я иду, ну, просто пробую, вот. О, вышло, стоишь, есть, о, видишь, легче, только ты не через сторону тяни ногу, ты ногу туда куда-то повела, оно, ну, да. Не соображает, смотри, когда ты ногу к себе не прямую толкай, вот она у тебя там вверху была прямая, и ты ее по такой диагонали куда-то начала вести. Да, сейчас ты удержал. Сделай. Но если ты сделаешь, вот ноги пошли, да, ты эту ногу, как бы, которую хочешь поставить, прижми к себе. Не прямую. Смотри. То есть согнула в колени, колено к животу и от живота выпустила, да, так как ты выходила. О! Так. К животу и выставила. Легче. Ну как? Нормально, да? И компенсируйте, вот после того, как вы сделали, там уже с телом. Ну, то есть, смотрите, мы грудную клетку перед тем, как вот эти вот все вещи делать, да, мы сработали, мы частично напряги в грудной клетке сняли. То есть она расширилась, стала, и теперь это существенно легче, на мой взгляд, у вас должно было получиться. О, вы постояли, почки включились, и пошла. Хорошо, грудной вдох, как? Сейчас. Как? Увеличился объем? Баян раскрылся, батарея